Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Лучшая лига мира вновь в лучшем городе Земли. По крайней мере, в Тюмени давно такой слоган существует, и многие местные жители его применяют. Итак, стадион «Геолог», Тюмень против родины из Москвы. Судья матча на ваших экранах. Готов дать свисток и дает свисток к началу встречи. В темной форме футболисты Тюмени. Справа их ворота в первом тайме. Удар. Удар! Хороший, классный удар, но не в створ ворот. Причем опять же здесь футболисты Тюмени, Южина, самого опасного у гостей не встречают. Спокойно дают приблизиться к штрафной. Третья волна атаки накатывает на ворота Тюмени. Дальний хороший удар. Левой ногой Кожедуб наносит, но в створ ворот не попадает. Под ворот полетит подача. Не играет на выход. Где... Ух ты! Нет, не попадает в створ ворот Каратаев. Так показалось, что мяч в ворота летит. Или там среагировал вратарь. В кого мяч попал? Но сначала подача. Мне показалось, мяч высокий. И мог там на выходе Корякин сыграть. Нет, не пошел на выход. И здесь набегает Храмцов. Мяч-то у Тюмени. Храмцов. И пенальти. Это пенальти. Мяч попадает в руку футболисту Родины. И игроки Родины не спорят особо. Да вообще не спорят. Там, видимо, очевидная рука была. На повторе только разберемся. Играя за команду «Динамо» из Санкт-Петербурга. Дары Кулишев 1-0. Это первый гол Тюмени на своем поле в этом чемпионате МЛБ первой лиги. Ну, Кулишев очень спокойно переиграл голкипера. Очень все классно сделал. В двух матчах выходил на замену. Классная передача от Кулишева. Разрезающая на Кинфака. На ближнюю штангу! Карпов покатил мяч, но там защитники помогли своему вратарю. Вот стоило Родине раскрыться, как двумя передачами сейчас атакующая четверка Тюмени разрезала. Хорошая передача в свободную зону. Выход 1-1. По сути, удар. И Гошев выручает свою команду. Концевой был сейчас на острие атаки. Предыдущую встречу против Уфы. Здесь ошибка в передаче. Опасная атака. Передача. Кто бить будет? Рейна, удар. И не попадает в створ ворот с 12 метров Рейна. Какой момент еще был у ворот Тюмени. Подбор за Тюменью. Продолжается атака. Марьяна, передача налево. Храмцов. Здесь есть свободная зона. Прострел. И подбор за Тюменью. Удар Каратаева. Не стал там пытаться мяч поймать голкипер. Корякин решил просто кулаком мяч выбить. Далеко выбить не получилось. От обороны играть вторым номером. Ну, о чем в перерыве, кстати, говорил автор гола Кулишев. О том, что где-то надо терпеть и ловить свои моменты. Гол! Это вернувшийся в состав, вернувшийся футбольный клуб Родина Рейна забивает. Убегает Рейна, и под рукой Гошева мяч нырнул в дальний угол. Кожедуб под левой рабочей ногой. Кожедуб, передача. Гордюшенко, кто бить будет? И удар! Не попадает в створ ворот. Концевой. Какой же моментище сейчас создали футболисты. Дальше на Гордюшенко. Уже в чужой штрафной Гордюшенко. Удар! И Гошев выручает свою команду. Концевой. Еще один удар. Там уже игрок Тюмени на пути мяча встает. А Соколинский сейчас просто подпрыгнул. Наверное, метра на полтора. Здорово. И снова концевой с мячом. Остается мяч у гостей. Гордюшенко бьет. Вроде бы не сильно, практически без замаха на исполнение щекой Гордюшенко. Прострел нужен. Прострел! И почему остановился Ткачук? Опасный момент. Удар! И гол! И концевой выводит вперед футболистов Родины. Как-то остановились игроки Тюмени. Наблюдали, как концевой мяч принимает на линии штрафной. Обрабатывает и спокойно бьет по воротам. И Гошин сейчас, ну, абсолютно правильно выговаривает своим партнером по команде. Как же так? Передача в направлении Кинфака. Нет, положение вне игры. Удар! Штанга! Да! Вот сейчас был момент у Тюмени, и чуть-чуть не повезло. Штанга сыграла за гостей. И огромная тележка
Продолжается атака. Горбушенко, забегание к Шадринца. Получает мяч, перекладина. Вот обменялись ударами в каркас ворот. В каркас и ворот. Сейчас Кане ошибается. Жестковато. Ногу поставил, мяч улетает за пределы поля. Но в этот момент звучит финальный свисток. Победа московской родины над Тюменью со счетом 2-1. Хотя после первого тайма родина проигрывала 0-1.